Второе отделение российской организации «Движение первых» открыли в Люберцах. Заниматься личностным ростом, выбирать хобби и профессию, предлагать проекты для развития города будут здесь дети и молодежь. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Российское движение детей и молодежи объединяет инициативных и креативных ребят. К движению РДДМ первыми присоединились ученики 51-й Люберецкой школы. Теперь старшеклассники, юнормейцы, волонтеры и студенты. Мы всегда готовы встретить инициативных ребят, которые пришли со своими идеями, а мы, как тот самый мостик, трамплин, поможем их реализовать, поможем сделать их более масштабными, более наполненными, интересными. Здесь главное желание, чтобы у них был огонек внутри, тот самый запал, тот самый задор, а уже командная работа сделает многое. Роман Рамазанов руководит медийным сообществом Российской таможенной академии. Ребята уже объединены общими целями и интересами, а когда креативные идеи могут повлиять на общественность в более широком масштабе, проще продвигать свои проекты. Я, собственно, планирую вступить в это движение, потому что считаю, что это будет помогать нам в будущем в целом достигать своих целей медийных. Такой сплоченный коллектив, он как бы всегда помогает двигаться вперед. Дарья Дембицкая учится на втором курсе юридического факультета техникума экономики и права. К движению первых тоже готова присоединиться. Я хочу вступить, потому что я инициативный человек. Вот, хочу везде участвовать, помочь, что-нибудь сделать хорошее. Школьники и студенты презентовали свои проекты, обменялись интересными идеями. Инициативную молодежь поддержал Владимир Волков. Когда мы все вместе, когда объединяем любые идеи, они, конечно же, в себе воплощают потом единый смысл, единый код. Будьте первыми, будьте лидерами. Это должно быть внутри. Вы абсолютно точно самые лучшие. Поэтому, ребята, только вперед. Присоединиться к движению первых может каждый. Молодежная организация принимает детей от 6 до 18 лет. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.